У меня в гостях находится Алексей Трошин, представитель компании «Дари добро». В 2019 году на Prod.Expo они получили медаль как лучший продукт. Алексей, скажите, а с чем вы приехали на нашу выставку World Food и какую продукцию вы представляете? Точно так же мы представляем квас «Дари добро». Это ребрендинг кваса «Благодать» и нашей компании «Варенье», медовые смеси, сбитни. Все полностью в новом образе, в новой баночке. И, собственно говоря, с этим продуктом мы и приехали к вам на выставку его прорекламировать. Какие цели у вас на выставку World Food? Заключение договора с федеральными игроками, дополнительное с теми, с кем мы еще не сотрудничаем на сегодняшний день. Продвижение на интернет-площадках и расширение клиентской базы, естественно. В каких регионах Российской Федерации ваши продукты уже представлены? Это Урал, город Пермь, Пермский край, Екатеринбург, Тюмень, Москва, Московская область, Краснодар, ЮФО полностью. Собираетесь ли вы экспортировать ваш продукт? И как у вас продвигаются успехи? Планируем в ближайшее время заняться этим вопросом, пока идет подготовка. А какие страны рассматриваете для экспорта? Для начала это ближнее зарубежье, это Казахстан. А в дальнейшем интересует также Израиль, Италия, Испания. Это в ближайшем будущем, я думаю, в ближайшие 2-3 года мы это осилим. Довольно внушительный список. Желаю вам успехов.